На автодороге Вилюй в районе Горного Улуса из-за обильных осадков и интенсивного движения тяжеловесного транспорта затруднено движение. По сообщениям самих водителей, много машин увязло в грязи, а дорога от Бердигистяха до Якутска занимает до 13 часов. При этом проехать могут только грузовые машины и внедорожники. Как сообщили в управлении дорог, на участке со 143 по 158 километр трассы с июня ведется капитальный ремонт участка, в результате которого к концу октября дорога должна быть асфальтирована. Сейчас на проблемных участках для ликвидации последствий осадков организована круглосуточная работа дорожных служб. Ведется патрулирование для оказания помощи водителям. Их просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют быть внимательными в зонах ведения работ. Тем временем зима с легкой подписью поступила в Южную Якутию. В Алдане дождь сменил снегопад, ночью ударил мороз. Дороги и тротуары покрылись тонким, но прочным слоем льда. Риск дорожно-транспортных происшествий возрос многократно. И у водителей, и у пешеходов путь из дома на работу утром теперь занимает в два раза больше времени. Автовладельцы, которые по каким-то причинам не успели или поленились сменить летние колеса на зимние, делают это в срочном порядке. Дорожные службы производят посыпку дорог, особое внимание уделяется наиболее проблемным участкам. В ближайшие дни прогнозируется снегопад и колебания температуры от минус 3 до плюс 2 градусов. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Пожелание, конечно, одно, чтобы дороги посыпали. Ну а так вообще ощущение очень, зима еще не успела начаться, а уже ездить невозможно.